Мобильный пункт вакцинации появился и возле самарского цирка. А за сделанную прививку от коронавируса в качестве приятного бонуса получаешь бесплатный билет. Это наша совместная акция Министерства здравоохранения Самарской области и Российского госцирка. Она направлена на популяризацию вакцинации от новой коронавирусной инфекции. И она организована таким образом, что все граждане, привившиеся в данном мобильном пункте, получают бесплатный билет на одно лицо на посещение цирковой программы для своих детей. Мобильный пункт возле цирка работает с 11 утра до 3 часов дня по четвергам и пятницам. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, проверяет наличие или отсутствие противопоказаний, измеряет сатурацию, температуру и давление. Каждый человек в России и в мире, я думаю, должен это сделать, чтобы обезопасить себя, близких. Народ идет хорошо, тем более мы стимулируем каждому, кто сделал прививку в нашем пункте, мы выдаем сертификат, по которому люди получают бесплатный билет в цирк. Вся информация о проведении прививки заносится в единый портал госуслуг. В области привились более 667 тысяч жителей. Из них больше 478 тысяч сделали оба компонента прививки. Ольга Хамракулова, «События».